Ребята, всем привет. Смотрите, мне недавно подарили книгу Сергея Есенина. Обалдеть, да? Смотрите, это подарочная книга, какая-то мега-эксклюзивная, в такой невероятно крутой обложке, в таком крутом оформлении. Смотрите, золотые страницы великого русского поэта. Но мне всегда было интересно прочитать первую страницу и последнюю страницу, и какие стихи он писал в начале своего пути и в конце своего пути. И вот на первой странице, значит, стихотворение 1910 год. Давайте я вам зачитаю такой маленький отрывочек. «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает со звоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица ковром шелковым стелится, но больно холодна, воробушки игривы, как детки сиротливые, прижались у окна, а зябли пташки милые, голодные, усталые, и жмутся поплотней, а вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным, и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна. И снится им прекрасная, в улыбках солнце ясное, красавица весна». Это замечательное первое стихотворение, такое въездное, просто обалдеть, какое крутое. Так, а крайнее стихотворение, значит, 460-я страница, потому что там дальше идут поэмы. Так, 460. Вот. А крайнее стихотворение написано в 1925 году. «Голубая кофта, синие глаза. Никакой я правды, милый, не сказал. Милая спросила, крутит ли метель? Затопить бы печку, постелить постель. Я ответил, милый, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель, у меня на сердце без тебя метель». Метель, метель, вьюга, метель. В начале страницы зима, вьюга, метель. В конце вьюга, метель. То есть получается вся жизнь как вьюга, метель. Просто хотел с вами поделиться. Это всегда мне было интересно. Вот я вам зачитал, интересно ли вам. Иногда я сожалею о том, что не родился где-то в годы, когда не было телевидения и интернета. Тогда можно было очень много читать. Но все равно я очень счастлив. В общем, напишите свои мысли по этому поводу. И вообще, я как бы зашел к себе в гардероб, просто здесь сделать маленькую уборочку, перестановочку, и полез за книгами. У меня здесь есть специальная полка для книг. Я сейчас вам ее покажу. Вот, специальная полка. Это моя специальная полка. Нет, это жены. Это. Окей, ладно, это тоже моя полка. Вот она. Но она на самом деле маленькая. В основном вся литература я читаю практически в электронном виде. Но, ребята, если вдруг вам интересно, то пишите в комментариях. Я могу сделать маленький такой чёс по своему гардеробу, показать вам. Здесь очень интересные есть виды одежды, особенно вон та клоунская одежда. Вот. Все, ребят, давайте, я уже заболтался с вами. Давайте, подписывайтесь на канал, не подписывайтесь на канал, пишите, не пишите, ставьте лайки, дизлайки. А самое главное, читайте, потому что это очень прикольно. Слушайте, надо что-то с этим сделать, надо что-то самому написать. Все, давайте, пока.